Артем Горлов спец спел ФК Липая. Артем, ваш комментарий по сегодняшнему матчу? Да, ну игру сложно комментировать. Это издевательство какое-то тут над футболом. Меня сейчас волнует здоровье наших ребят, потому что 4 человека сегодня получило травму. Ну, собственно говоря, им играть нельзя было. Мы делали МРТ. У кого надрыв, у кого разрыв. И поэтому, ну, это уже было перед теми играми. Лишние 3 игры, у нас уже и бензина нет. И еще эти первые игры отрезка мы выиграли, в ничью сыграли, были силы. Сегодня только сил нет, но это видно. Еще и травмы, что меня больше всего. Как бы это тяжелый случай. А еще у нас замен не хватало, можно было 3 человека еще подменять. Это меня пугает больше всего. Крутый коммент, это Сермир Дешанс по футболу. Par spēlētāju veselību, nu, mums ir izspēlētājs solis, tās pēc kalendārs, problēmas ar veselību, ar futbola saslapšanu, nu, grūti komentēts. Может быть, странный вопрос, если такие проблемы, столько травм, нету скамейки, зачем тогда играете? Ну, в таком смысле, что есть же практика перенести матч, попросить, так рассказать, я пояснить. С удовольствием. Можно было и заявить игроков, дать, у нас так получилось, и не дали нам заявить футболистов. Игры тоже перенести нельзя. Это не мой вопрос, не моей компетентности. Я, ну, что, через день, там, через 2-3 игры, и мне ребят жалко просто. Да, делаешь УЗИ, да, 2-3 недели паузы, да, надрыв, но он выходит и потом вот отрывается, когда, вот это страшно. Такие травмы, когда я хотел сказать, думал, ну, перерыв там сейчас поможет. Мы ждали этот перерыв, честно говоря, уже это лишние две вот эти игры последние в нашем состоянии. Меняем там и тактику, и схемы, но это как бы на второй план все уходит, когда ребята, если выполнить не могут, то какие задачи перед ними не ставь, это невозможно. А перенести, это не мои компетенции. Конечно, можно было перенести, но это было бы лучше для нас. Но я так, надо посмотреть июль, какой календарь июня, я так далеко не заглядывал. Главное, чтобы такого не было, что вот опять вот эти за 6 игр 3 дня, потому что мы не забываем о Миракле, тоже травма, тоже усталость. Как бы, да, и доктор, которого оперировал, тоже сказал, что это стрессовый перелом. Здесь то же самое, но как бы так. У меня будут только 2 вопроса, оба вопроса по вашему вратарю. 32 года, легионер, опытный. Во-первых, почему так часто занимает откровенно неправильные позиции в воротах? И второй вопрос, почему допускает ошибки при вводе мяча, просто выкатывает мяч противнику, и это не первая игра, когда мы видим что-то подобное. Не тренер по вратарям. Поэтому кто у вас тренер по вратарям? У нас нет тренера по вратарям пока что. Тогда никто не может ответить на этот вопрос? Ну, пока нет, вот мы в поиске, я больше скажу, и я один работаю пока что. И видите, я разминку провожу, то есть и так, и все это. Поэтому первые 3 недели клубу в поиске. Понятно, что нужен тренер по вратарям и для него, но ошибки, да, есть, да, ошибки надо. Сейчас вот будет время, будем анализировать. Они очевидны невооруженным глазом. Но у вас есть 100% убеждение, что вратарь, по крайней мере, старается? Ну да, есть. Все, спасибо. Ну а как? Все ребята стараются, я за каждого могу поручиться. Это наша команда, а как? Я вывожу их на игру и как? Конечно. Как по-другому? По-другому не должно быть. Они для меня все равно самые лучшие, это мои футболисты. Не хочу сейчас, тем более в таком режиме работы. Поэтому... Что может произойти в ближайшие 2 недели? Какие, не знаю, планы, сборы, может, что происходит? Ну, даже игры нет смысла играть. У них перенасыщение играми, вы поймите. То есть предлагали нам товарищеский матч сыграть, но куда? Неким, во-первых, играть. Во-вторых, ну мы сыграем, уже от игр тошнит. Уже к играм тяжело и мне готовиться. То есть все, план на игру, все это, разбор соперников, очень много теорий. Но сейчас отдохнуть нам нужно, восстановиться, как я рассчитывал. Но сейчас я так понимаю, что сначала нужно... понять, кто у нас что. Потому что с Ригой и с Спартаком Юрмалой мы еще не успеем никого заявить. Вот это самая главная проблема потом. Понятно, что потом мы усилимся. Тогда есть в планах взять 6, 8, там, 10 футболистов. И для ротации. Вы смотрите, как с нами соперники играют. То есть они делают ротацию, освежают игру. Хотя у них не такой график. Все почти делают замены во втором тайме основных игроков. Поддерживают темп. Это все понятно, все очевидно. Все правильно они делают, но... Все это по-футбольному, как говорится. Тут вопрос, что делать нам вот, больше.
Терпеть, как по крайней мере, такие вещи, как тренер по вратарям, не знаю, тренировки на натуральном поле, хоть что-то из этого будет в ближайшем? Вы меня спрашиваете, я не могу на такие вопросы отвечать. Я с удовольствием, я не знаю, но пока. Я надеюсь, что будет, да, все в планах, руководство работает. А сейчас вот мы до этой игры доиграли, сейчас отдых у ребят, и потом начнем тренироваться. Ну, конечно, нужно на натуральном поле, потому что играть нужно, я так понимаю, да, на натуральном поле и тренироваться. Еще поле тяжелое тоже для тренировок. Вот это мы здесь тренируемся и сыграли второй матч. Тоже не помогает восстановлению, так скажем, и профилактике травматизма. Много чего нужно сделать, это понятно. Большая работа предстоит, мы только в начале пути, я все равно, как бы, ребят, за этот отрезок короткий, трехнедельный, поблагодарил. Мы сыграли целый круг за такое количество минимального времени. Я с кем они советовался, с тренерами, которые работают там в больших командах, все в недоумении, как такое вообще, как это возможно. Поэтому так. Мы ждем усиления, и везде, по всем позициям. Спасибо. Дмитрий Смолош, Спелспред. Но команду. Дмитрий, ваш комментарий по сегодняшней игре. Хорошая игра в нашем исполнении. Вот, поздравляю с победой футболистов, болельщиков, вот, вообще весь наш клуб. Да, то есть практически план на игру выполнен был. Много голов, комбинаций, еще и подходов больше, жалко. Еще не притворили в жизнь, да, что немаловажно, сзади на ноль сыграли. Тоже для нас цель, одна из задач была поставлена на эту игру. Вот, тяжелый график, месяц такой, много игр было, поэтому накопилась усталость. Вот, но ребята молодцы, вышли, несмотря на это поле. Вот, соперник, который, в принципе, уже показывал свои зубы, да, многие соперники. То есть никакой недооценки не могло быть и речи, поэтому я считаю, заслуженная победа, и идем дальше. Это лаб спел, но мусы. Spēles izpildījumi. Spēles plāns bija pilnībā izpildīts. Prieks pa pušiem, ka guva daudz vārtus. Un treners arī novērtē novākus spēli, kā parādīja viņa raksturi. Paldies. По характеру игра, ну, на мой взгляд, на наш взгляд, со стороны выглядела совсем отличной от других матчей Верслиги. Все-таки конкуренция и игра соперников в отдельных моментах, ну, не было такая. Как вам именно противник, команда противника, и то, какую игру они смогли вам навязать? Тоже, да. Ну, я не хочу вообще соперника обсуждать, да. У них есть тренер, у них есть свои, наверное, какие-то проблемы, дела. Я могу только сказать спасибо, что мы ответственно подошли к игре своим футболистам, да, и ни у кого не было чувства недооценки соперника, вот, потому что, опять же говорю, их результаты, наверное, кто-то к ним подошел несерьезно, позволил себе где-то какие-то вольности и выходило так. Поэтому тут нечего даже говорить, там есть тренер, все, я счастлив, что у нас молодой парень вышел, забил, да, ребят, которые раньше не забивали, то есть это уровень сопротивления, сегодня так, завтра так, то есть какие-то причины с их стороны я не вправе обсуждать. Уже говорили про противника, но Гордейчук все-таки выделился результативными действиями, может это быть для него трамплин в хорошем смысле? Да для него не может быть трамплин, еще раз повторюсь, это футболист очень высокого уровня, да, по каким-то причинам всегда в футболе бывают, то есть не мог раньше проявить себя, показать, вот, все закономерно, наверное, где-то что-то не хватало. Именно в этой игре вот его немножко прорвало, забил голы. Вот, все это, все очень просто. Я какой-то трамплин говорил, говорить про какой-то трамплин, он состоявшийся мастер, зрелый футболист. Вот, мы прекрасно знаем его возможности и нисколько не сомневаемся в его мастерстве, да, его преданности команде, да, как он может сыграть на пользу команды, вот, что он сегодня продемонстрировал. А почему заменили Кейта в перерыве? Ну, это была одна из тактических замен, то есть у Кейты карточки перед, он, можно сказать, так висит на карточках, и боялись, чтобы он не получил карточку, чтобы следующую игру не пропускал. Поэтому, в принципе, игра была практически сделана по результату, рисунок игры я увидел, да, то есть посчитали, что Кейте надо будет. Плюс он все игры играет, тоже не железный футболист, где-то надо было немножко ротацию сделать.
Карашаускас в отдельных матчах может не попадать в основу, но в заявку, как бы кажется, должен попадать. Что с ним? Ну, послушайте, один и тот же вопрос вы задаете. Ну, давайте по игре говорить. Ну, каждый раз я буду про него, про Артура говорить. Ну, нету, есть другие. Ну, по крайней мере, со здоровьем у него все хорошо? Все хорошо. Тренируется с главной командой? Тренируется с главной командой. И еще вопрос про Тигурса, как происходит его восстановление, когда можем ожидать, что он вернется к тренировке? По нему непростая ситуация, да, перелом плюсневой кости, такой неприятный. Вот. По прогнозам июль-август, возможно, он будет. То есть не так все скоро. Работы, да, в тренажерном зале сейчас постоянно мы его видим. То есть молодец, духом не падает и хочет как можно быстрее вернуться в строй. Сегодня было очень много стандартов, угловых, штрафных, может, не так много, близко к воротам. Эдуард Тиденбергс в основном исполнял их, но мы знаем Криша Карпенча как хорошего исполнителя стандартов по матчам за Валмиру, за Ригу в прошлых сезонах. Почему, может быть, вы не видите Криша как исполнителя стандартов? Почему, видим. У нас есть на сегодняшний день вот на поле были, да, Криш и Эдик, они между собой разбираются. То есть, ну, решил Эдик бить, пожалуйста, я такое-то приветствую. В следующих матчах, если у него не пойдет или как-то вратарь будет проявлять себя соперника, будет Криш бить. Конечно, на тренировках, как они бьют, любо-дорого смотреть, потому что сразу видно, люди владеют этим, у них это есть, исполнительское мастерство высокое, да, и надеюсь, неоднократно в этом сезоне мы еще увидим их точные удары. Ну и Роберт Мельтис, его гол. Расскажите, как этот футболист подходит к основной команде, его пути к этому голу и к дебюту Верслиги, который раньше состоялся, но все-таки... Ну, для любого тренера, наверное, команды высшей лиги это большая радость, когда молодой парень выходит на замену, еще и забивает гол нападающий, потому что мы прекрасно понимаем, у нас хорошая школа, есть свои доморощенные футболисты, по возможности надо давать им играть, вот, и он это заслужил, будем давать играть, лишь бы они себя на тренировках проявляли и в честной конкурентной среде, то есть могли выходить, да, на сегодняшний день они там где-то помоложе, по малоопытнее ребят, которые выходят с первых минут. Ну, на это тренировки и есть, и наша задача тренеров подводить к этому составу, чтобы они себя проявляли. Спасибо. Спасибо, до свидания.